Давай. Если 50-й теперь еще попробую выговорить. Если 50-й. Я не понимаю, либо я замерз, либо у меня язык не работает. Пишем же ведь, да? Отлично. Если 50-й выпуск. 50-й. Здесь и сейчас делается телевидение будущего. Я Ведун Ведущий, и вы смотрите программу «Вечерний ураган». Мы спрашиваем у людей интересные вопросы, получаем от них интересные ответы и потом показываем вам интересное видео, которое получилось смешное. Если 50-й выпуск считается юбилейным, то 49-й должен быть специальным. Сегодня будет одна тема, и она носит международный характер. Обо всем, конечно же, по порядку. Вы читали «Гарри Поттера»? Нет. А смотрели вообще фильм? Да. Понравился? Ну да. «Гарри Поттер» — это было давно, в детстве. Это давно это было. Это было давно. Да. И все правда. И все правда. Да, Представляете, хотели бы вы учиться, абсолютно сейчас серьезно спрашиваю, хотели бы вы учиться в Международном университете магии и колдовства? Смотрите на Анатолия, да. Уже много. А что, возраст здесь не помеха. Хотели бы? Ну да. Почему? Для чего? Что бы там хотели изучать? Ну, знать все равно надо. Все, обо всем надо знать. Ведать во всем, да. А хотели бы ли вы побывать в магазине в Косом переулке? В каком? В Косом. А что это такое? Я не... Сразу видно, что вы смотрели «Гарри Поттера», а не читали. Да. Хорошо, последний вопрос. Платформу помните ту самую знаменитую? 9¾. Нет. Это давно было. Давно было. Но это все была правда. Я передаю вашим пользователям тоже большой привет. Смотрите телевидение будущего. А это у вас что такое, пиво? Нет, это энергетик. Энергетик, все, ладно. Какие вы молодцы. Девчонки, так как вы смотрели «Гарри Поттера», скажите, пожалуйста, есть ли возможность у России, чтобы в ней открылся университет магии и колдовства? Вообще такое возможно, как вы думаете? Нет. Россия — это серый город. Но я думаю, что есть. Да. Вполне возможно, если деньги вложат. Да, Арина, да. Ваша подруга не такая оптимистка, как в отличие от вас. Хорошо. Вы реалистка? Ну, сейчас я вам расскажу. Потерпите немножечко. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели в этом университете учиться, например, если бы такой открылся? Да, хотела бы. На каком бы факультете? На Слизерине. Слизерин. Это что такое? Я просто толком не смотрел «Гарри Поттера», но... Это факультет, где, если не ошибаюсь, храбрые, но достаточно вредные такие... Обучается. Вот, она права. То есть вы храбрая, но хитрая? Ну, меня большинство так описывает моих друзей. Теперь я так тоже буду. Хорошо. Вы бы хотели в таком? Да, я буду с ней там Драко Малфой. Хорошо. Магазин... А магазин в Косом переулке? Помните такой, Ли? Да, помню. Хотели бы в него попасть? Да, хотела бы. Ну, я везде хотела бы попасть. Из мест «Гарри Поттера», из фильма. Что мешает в России открыться знаменитой платформе 9¾? Путин. Он-то здесь вообще при чем? Мне кажется, он бы был против. А если бы он сказал: отлично, давайте, открываем? Ну, это бы была хорошая идея. Если бы он вложил, ну, финансировал бы этот проект, то тогда можно бы было. Угу. Представьте себе, если бы открылся университет международный, университет колдовства и магии. Хотели бы в таком учиться? Естественно. Да? А на каком факультете бы хотели? На факультете белой магии. Белый? Почему не черный? Ну, поскольку белая магия, она представляет собой высшие силы, а черная — низшие, соответственно, да. Хорошо. У тех, у кого высшая степень знания. Я бы там хотела себе купить крылья
крылья. Летать. Да. Интересно. Такого ответа еще не было. Ну ладно. Платформа 9 3/4. В чем ее такая прям уникальность, как вы думаете? Ну, я думаю, что она суперсовременная и настроена на потребности молодежи и современных людей. И можно ли через эту платформу попасть в другой мир или невозможно? Я думаю, что да, легко. Легко, да. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы учиться в настоящем университете магии и колдовства? Да, да, было бы прикольно, да. Да, можно было бы попробовать, да. Что же это за факультет и почему бы вы хотели там учиться? Пуффендуй. Это что за факультет такой? Это факультет Хогвартса. Так. Туда принимают самых преданных, самых трудолюбивых, и мне кажется, это очень классный факультет. Мне кажется, правда, немногие знают про него, и многие думают, что это факультет такой, ну, не самый лучший. Ну, а мне кажется, то, что там очень классно. Там действительно классно. Так, ваше мнение? Слизерин. Я бы попробовал, потому что, ну, интересно, черная магия. Ну, то есть... Знаток. Вот. Ну, не знаю, был бы... Черная магия. Ну, как, потому что много злодеев из Слизерина, вот. Ну, интересно было бы, так сказать, поколдовать вместе с ними. То есть магия — это все-таки черное дело, вам кажется, да? Нет, нет, почему? Есть же другие факультеты, на которых добрые волшебники. Поэтому... Вы были бы среди злых? Да. Ну, в Слизерине там ведь не только злые волшебники. Ну, в Слизерине не прям-прям изучается черная магия, но там просто очень часто выпускники, как Волан-де-Морт или как там кто-то еще, были темными магами. Хорошо. А в магазине в Косом переулке хотели ли бы вы побывать? Конечно. Что бы вы там купили? Ну, я бы, наверное, естественно, купила палочку в Оливандере. Там есть много типов палочек, я точно не помню. Ну, еще, наверное, я бы там купила метлу, было бы классно... Летать. Да, да. Я не уверена, если бы я хорошо играла в квиддич, наверное, я просто бы летала на метле. Я боюсь упасть. Ну, наверное, вы бы высоко бы не поднимались просто. Не, да? Не, не поднималась. На учебу бы летали спокойно, да? Никаких, да. Никакие пробки бы не мешали? Да. Что бы вы купили? Обязательно палочку и, наверное, плащ-невидимку. Какой-нибудь амулет еще? Может быть. Да. Чему бы он был бы посвящен? Змея. Факультету Слизерин. О, я бы еще, наверное, сову купила. Сфотографировали бы с ней? Да. С белой? Наверное, с белой, да. Что бы вы там купили в этом магазине чудес и колдовства в Косом переулке? А, там есть вот такое, что это называется? Палочка. Да, палочка, волшебная палочка, конечно. Какое-нибудь кольцо на палец, перстень купили бы защитный? Нет. Нет? Почему? Только палочку? Ну да, только палочка. Из чего бы эта палочка? Из какого дерева была бы? Давайте вспоминаем деревья. Точно не вспомню, извините. Ну, осина, дуб, береза, клен. Дуб? Нет. Ну, нет, жесткий, да. Осина? Не, самый последний какой был? Клен. Да, вот, по-моему, это. Кленовую палочку бы. Так, хорошо. Как бы вы ей бы размахивали? Покажите. Все. В камеру, да. В магазине в Косом переулке, в знаменитом, вы бы что бы там приобрели? Питомца, сову. Там был магазин с различными питомцами. Я бы купила себе сову. Белую, как у Гарри Поттера. Почему белую? Почему не, например, рыжую, если такая есть? Да, скорее всего, есть. Но белая — это потому, что у Гарри Поттера была такая белая сова. И... Вы когда-нибудь видели такую белую сову? У меня была игрушка в детстве белая сова, но вживую белую сову не видел. Существует ли знаменитая платформа 9 3/4?
Ну, вообще ходит легенда, что да. А где она? В Лондоне. В Лондоне? А если бы она была бы в Московской области? Я бы съездила, сфотографировалась как минимум там, попробовала бы пройти. Хотели бы вы учиться в настоящем университете магии и колдовства? Конечно. Да, конечно. Почему и что это был бы за факультет? Чему бы вы там и обучались? Это интересно, потому что такого нет нигде. Факт. Я закончила юридический факультет, там не так весело, поэтому я думаю, в университете волшебства будет интереснее. Точно весело будет, да. Буду учиться магии. Что-нибудь, кого-нибудь заколдую. В хорошем смысле, я надеюсь. Конечно. Да. Вы больше любите белую или черную магию? Белую, конечно. Я добрый человек. Да. А если вас обидят? Все равно добрый человек. Держи тебе еще цветочки, да? Вы скажете врагу. Ладно, не суть. Скажите, пожалуйста, если был бы магазин в Косом переулке, знаменитый магазин, вы бы себе палочку бы купили бы там? Да. Что-нибудь еще? Нет. Давайте пофантазируете, что? Шляпу какую-нибудь. Шляпу, да. Животное. Как символ. Сов. Знаю. Может быть, что-то другое? Кого-нибудь другого? Да, сову. Только сова и только белая, да. Хорошо, давайте кота черного. Это второй по популярности? Вы бы его выпустили бы, чтобы он ходил между людьми? Нет, он был бы как оберег. На шее бы у вас? Нет, он бы меня защищал. У меня и так черный кот, поэтому я верю в черных котов, да. Я тоже в них верю, но у меня серая кошка дома. Хорошо. И последний вопрос. Знаменитая платформа 9¾. Как вы думаете, она существует? Конечно, в Лондоне есть такая. В Лондоне? Да. А в России такая есть? Нет. Нет? Нет. Точно? Точно. А если бы появилась, вы бы туда поехали? Конечно. Сфотографировались бы там, селфи, им друзьям бы рассказали? И вбежала бы в нее еще. С коляской? Да. Которую вы бы одолжили в Пятерочке? Да. А где еще можно одолжить коляску? В самом деле, университет первое. Вы готовы? Вы готовы? Университет магии и колдовства, он существует в России, международный. И он открывается абсолютно без шуток, серьезно. Шок? Шок, конечно. Есть. Второе. При этом в университете будет магазин магии и колдовства в Косом переулке, знаменитый. Шок? Шок. Отлично. И сейчас идем на комбо. Платформа 9¾, она действительно открывается в России. Почему на Курском? Какие вы еще знаете вокзалы? Клинский. Нет. Ладно, сдаюсь. Действительно, в Московской области есть город Ивантеевка. Там открывается и университет, и магазин, и такая будет знаменитая платформа, на которой можно будет прийти безоплатно сфотографироваться. И там будет, кстати, сова, которую так все жаждут увидеть. Шок? Шок. Отлично. Вы думаете, это реклама? Да. Нет, это специальный выпуск. Специальный 49-й выпуск программы «Вечерний ураган» подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Узнать более подробно про магию, колдовство, что такое эгрегор и вообще университет магии и колдовства, международный университет, можно на сайте «Империи сильнейших ведьм». Заходите, читайте и узнавайте. Я, ведун ведущий, прощаюсь с вами на одну неделю, короткую, и говорю вам, друзья, пока-пока.
посмотри, Толик. Ты посмотри, что происходит. Это волшебство какое-то, действительно. Причем я вот так вот делаю и к этой ноге. О, ну сейчас я все равно вот так наступлю. Спасибо взаимно, хорошего дня. Сейчас, подожди, я пойду выброшу. А хоть что здесь прилепилось-то? А, это парковка. Припарковался.